Друзья, мы с Маргаритой вас приветствуем на канале Хутор Стуканов, Краснодарский край. Мы сегодня ездили в Армавир, только приехали. Посетили три места. Сначала заехали в шиномонтаж, купили одну покрышку, потому что наша, когда мы покупали машину, ну там уже был боковой порез. Вот здесь заболканизировано. Но ездить опасно, но может лопнуть. Вот. Короче, мы купили такую же, новую. Это пойдет на запаску. Дальше заехали в магазин. Привезли мотокультиватор Хютер. Серия вот такая. МК-8000П. С валом отбора мощности. Вот. Значит, колеса сняли, он поместился, руль открутили, поместился. Но это еще не все. Потом съездили в третий магазин и купили телегу для него. Но телегу привезут вечером, магазин работает до 6, мы телегу не повезем на этой машине. И, в общем, доставка будет. Часов 7-8 ждем телегу, уже в собранном виде. И будем обкатывать телегой сам, ну, в самом начале. Сначала его заведем. Сейчас я дособеру. Там все с маслицем разберусь. Фильтр налью масла. Вот, накачаю колеса обязательно. Попробую, что да как. Никогда в жизни не было ни мотокультиватора, ни мотоблока, ничего. Поэтому для меня пока техника незнакомая. Но очень хочется. Сейчас Цилю покормим колбаской. Чем будешь кормить? Колбаской? Циля, иди. Циля. На колбасу. Циля, иди. Циля уже забыла, что ее когда-то кормили. Циля, на. Иди сюда. Циля. Что ты за курица? Старая совсем стала. Пенсионерка. Учуяла колбасу. Постарела, Циля. Иди сюда. Месси нельзя. Ну, целенько. Что-то у нее хвост облезлый стал. Да она вообще вся облезла. Она старая. Старая. Так Месси нельзя. От нее сейчас есть яйца? Нет. Все, друзья, Цили больше не несет яйца. Ну, по крайней мере, последние месяца два, да. Три. Там он в курятниках, в загонах. Пуха много, пера, они линяют. А когда они линяют, они плохо несутся. Вот, Макс, тебе тоже дать колбасы? Кушай, Циля, кушай. Пришел. На, кушай. Циля одичала без нас. Да. Забыла уже. Наелась, что ли, Циля? Месси, уйди, уйди отсюда. Нельзя тебе это есть. Все тут крутятся. Да. На, Цилечка, кушай, кушай, Циля. Ну ты ей кусочек дай, по кусочкам, по маленьким. Так, Несси, отойди. Так. Кушай, кушай, Циля. Давно колбаску не ела. Она даже уже это тихо-тихо так разговаривает. Ну да. Ну сколько ей уже? 3,5, да? Мы ее взяли полугодовалой, как только приехали. Прошло 3 года. Почти 4 года. 4 года почти, да. Уже старая курица. Старая перстница. Да. Все, наелась, что ли? Что-то ты мало съела. Наелась. Ну, она травку хочет. А, камушком закусить. Ничего себе, она камушек взяла. Это она колбасу взяла. Да. Так, Несси, нельзя. Кушай. Ну пусть она погуляет тут. Да. Я думаю, много не нароет она здесь. Но если нароет, я ее обратно запихну. Не, колбаса не для Цили. Нашла мышку. Вискас притащил, видать, откуда. Маленького мышонка, да. Ну сейчас она расправится. Он уже подвялился такой, сухой. А-ля хамон такой.
думает, что-то не то. Вроде ела всегда свеженькие были, парные. Фу, цири. Где снежок? Снежок вон там за углом караулит колбасу. Он же уже стырил колбасу, которую ты отложил. Снежок! Все, все собрано, масло в двигателе налито, уровень, вот такое масло фирменное, Хьютер, 10W40, 10W40, а в коробку ТАТ-17, около 2 литров примерно там, чуть меньше. Тут сразу коробка, редуктор, одно целое. Кстати, вот... Почему выбор пал именно на такой, без ремней, именно вот с коробкой. И редуктор тут не цепной, а этот шестеренчатый. Ну, на мой взгляд, это как бы лучше, это прочнее, надежнее. И сейчас налью масло, вот воздушно-масляный фильтр. Нужно налить вот по эту риску примерно масло, чтобы пыль задерживалась через масло в фильтре. А сам фильтр выглядит вот так. Вот такой поролончик. Вот. Ну, его тоже надо со временем чистить. Промывать, чистить. Налью я сюда ТАТ-17. Погуще будет. И одеваю кожух. Ну и парашком закручу. И можно пробовать заводить. Вот модель. 8 лошадиных сил, ширина вспашки 100 сантиметров и диаметр фрез 30. Ну, фрезы ты не показал еще. Ну-ка, покажи. Фрезы сейчас покажу. Фрезы уже были собраны в магазине, но мне почему-то кажется, что они неправильно собраны. То есть надо две в одну сторону, одну в другую. Потом здесь, например, если это сюда... Две опять в одну сторону, одну в другую, но чуть в другой стороне. И так вот каждую из четырех. Да, у кого есть мотоблок с такими фрезами, напишите, правильно собраны или нет. Я думаю, что по одной надо переворачивать. Вот, например, эту перевернуть, потом эту перевернуть, эту и эту. И тогда будет порядок. Ну, вроде остался перед запуском последний момент. Это вот, вот эту ручку переключения передач. Ставите. Короче, здесь первая скорость, потом нейтралка, на ней же задняя, и вторая скорость. Вот. Сейчас буду пытаться заводить, и потом надо будет, наверное, отрегулировать сцепление, чтобы все было четко. Ну что, первый запуск прошел на ура. Как тебе аппарат?
Я доволен. Огонь. Огонь. Сейчас, короче, помолотит он пару минут. Мы его я сейчас попробую повключать скорости, чтобы, ну, все у меня четко было. Вперед-назад прокачу его. И потом дождемся тележки. И мы уже его обкатаем с тележкой. Ну, чуть проедем, там, не знаю, минут 10. Мы его заглушим, чтобы он остыл. Вот. Потом минут 10 он постоит. Потом опять заведем, чуть прокатим. И можно сказать, что чуть-чуть он обкатан. А сразу давать на нем нагрузку где-то на земле. Сейчас у нас после почти 2 месяцев земля камень. Думаю, что вот в данный момент на нем что-то там делать. На необкатанном. Надо ждать, когда... Да даже на обкатанном он не возьмет этот асфальт у нас, погода, который вместо земли. Да, пока вот мы его обкатаем, приведем в порядок. После обкатки мы поменяем двигатели масла. Вот. И будем ждать. Выкопаем картошку и уже будем ждать, когда мы сможем все это там перепахать. Надеюсь, он будет служить долго и хорошо. Короче, я ручку сцепления, вот эту, мне удобнее, когда она снизу, она была сверху, все-таки под пальцами поудобнее будет. Я ее переделал вниз, вот так стало удобно. Несь. Сейчас кабан колеса прокусит. Это тебе не тащить. О, кстати, забыл напомнить. Фу! Надо накачать колеса, а то вот так будет рывок, и если они не накачаны... Фу! Иди на место. Давай домой. Может сорвать сосок, поэтому надо накачать. Все, иди домой, давай. Понравился ей тоже. Все, сейчас возьму компрессор и накачаю. Думаю, что где-то 2, я думаю, нормально будет. Не только мне нравится аппарат. Кабану тоже. Ну все, фу, Несси, перестань. У нас утро, сейчас отпили барашков. Вон они пасутся там. Один свин привязан, остальные пасутся. Ну и идем, смотрим, сосед собирает стойку под бур. Под буровую. Ну, короче, буровая установка такая, скажем, вот. Такая стойка для облегчения труда. Вот сюда будет бур цепляться. Правильно? Вот. Сейчас пока... И она еще не собранная. И будет под фундамент делать лунки, столбы. Ну, фундамент будет из столбиков. Вот такая тема. Чтобы поднимать шнеки. Тут еще редуктор стоит понижающий. Вот здесь вот. О. Ну, чтобы не быстро крутило, медленно крутило. Вот такая установка. Вот ждал он ее долго, чтобы привезли. Сколько? Месяца, наверное, 2, да? Я заказал ее где-то в марте месяце, потому что у нее очень большая. Еще и так просто и не купишь, да. Ну, потом, когда соберет, еще покажу, как это все будет выглядеть. Так вообще, да. Сделано вроде умно. Главное, чтобы было качественно. Ну и сам процесс бурения позже тоже увидим, как это все будет происходить уже на готовой, собранной установки.
время обкатки мотоблока. Сейчас я прицеплю, зацеплю, вот, и мы с Маргаритой немножко прокатимся. И сейчас покажу, что я с тачкой еще сделал, с этой, с телегой сделал. Короче, вчера уже привезли, темно было. Вот. Ну, понятно, это бюджетный вариант. Значит, дышло по-любому надо менять. Дальше. Вот эта штука. Мы еще даже не успели сесть на нее. Саморезы отвалились сразу. Ну, это ерунда это. А откуда мы идем? Ну, где-то Макс и гулял. Вот. Короче, мы решили. Вот это очень неглубокая получается. И тут еще спинка, я ее не стал ставить, потому что если будет стоять спинка, вот так сядешь, и тут пятая точка только вот тут на краю будет. Поэтому будем шире делать доску, также ее обошьем. Дышло, конечно, надо усилить. Здесь, возможно, ну, как бы это на двоих, и получается, что кто-то будет одной ногой сидеть так, а кто-то одной так. Вот. Потом разобрал эту, смазал, чтобы она нормально крутилась. Дальше что сделал? Вот эти крили, они вот так вот болтались, потому что были стянуты без шайб. Просто болт и гровер, все, и они вот так вот это, там, тын-тын-тын-тын. В общем, подтянул, нормально держится. Колеса накачал, на мотоблоке накачал, вот. Сделал почти двушку, и там, и там. Думаю, сейчас по камням поедем, будем так прыгать. У нас дорога, землю смыло, а это, одни вот такие речные камни остались. В ту сторону еще ничего, а туда, конечно, кошмар. Мы сейчас туда поедем. Все, сейчас прицепляю, заводим и пробуем ехать. И это будет хорошая обкатка для мотоблока, чтобы не сразу под нагрузкой давать на земле. Тем более дождей не было 2 месяца. А вот так. Сейчас вот этот палец засуну. Итак. Вот так. Вообще по-хорошему на тележке прицепное тоже немножко сделать другое. Так, шплинт воткну, и в принципе можно будет ехать. Вот. И нагрузка на двигатель будет не такая сильная. Так, пробуем, заводим. Так. Thank you.
немножко проехали, пусть остынет, потому что это, ну, практически первая поездка. Сейчас минут 10 остынет, вот, и поедем еще прокатимся. Ну вот так вот сосед уже почти собрал, в принципе. Вот сюда, на эту платформу ставится бур, любой бур, абсолютно, просто под него площадка заранее изготавливается. Ну, то есть, производитель спрашивает, какой будет бур фирмы, и тогда делает площадку, и все. Очень удобная штука. Надеюсь, скоро увижу в действии, как она работает, и покажу. Повезли кукурузу. Вытащила пчелку из воды, тонула, обсыхает. Темная, на элгон похоже. Нет, она, скорее всего, темная, уже все, они старые. Старые к зиме идут. Ну а за водой у нас кто летает? Самые старые, да. Которым осталось жить вот прям совсем. Может, день-два. Видишь, она сейчас обсохнет. Крылья уже вроде обсохли, сейчас вытрется и полетит. Он уже пробует. Сейчас полетит. А это, друзья, настоящий кубанский борщ, ну или щи там, как это? Щи, наверное. Да, короче, от тети Поли. Вот. А почему мы сидим и едим борщ от тети Поли у себя дома? Ну, потому что у тети Поли вот были поминки, и слишком много она наварила, и вот она нас угостила, там другую соседку угостила. Борщ вкусный, сварен на говядине, вот уже второй день едим. Обалденный. Сейчас тетя Поля принесла нам морковку, которая ей не пригодится. Ну, нам, этим баранам да козлу. Во, размер, да? Огромная. Вот им как раз порежем нормально. Поедят. Хотим убрать траву, ну, с картошки. Сорняки, которые дергали. У нас как бы по прогнозу дождей нет, а сейчас вдруг раз, в течение часа будет дождь. Большая туча, не знаем, будет, не будет, но вроде будет. И хотим вывести траву эту.
что могу сказать. Думаю, что 8 лошадиных сил нам с Маргаритой на нашем огороде за глаза. Весной у нас пахал мотоблок, там 6,5 лошадиных сил. Ничего, нормально тянул. А 8, думаю, спокойно справится. Только сейчас у Маргариты полезут глаза на лоб. Надо будет со временем купить к нему картофелекопалку. Грунтозацепы, это такие железные колеса, чтобы пахоте не буксовал. Дальше окучник, плуг, ну и все равно там еще какие-то приблуды, о которых я пока забыл. Вот. Но все это надо, зато уже есть мотоблок, самое главное. Остальное приложится. С тачкой там немножко по-другому, тачку надо дорабатывать, подваривать. В принципе, я очень доволен. Время вечер. Идем за баранами со снежком. Дождя так и не было, тучка прошла мимо. Вот они, барашки. Стоят, ждут. Что у вас, свин? Свина привязываем. А то он деловой. Да, что свин? Нога запуталась или что? Подожди. Все, иди. Не, вроде не запуталась, нормально. Пойдем домой, все. А, намотался. Чуть-чуть. Все. Пошли, барашки, домой. А то он это берет. Огородами идет и туда, к нам на задний двор. По соседям морковку по дороге жуют. Капусту, что там есть, короче, жуют. Снежок. Снежок. Вон он, что-то нашел там. Пошли домой, Снежок. Бежит. Такой послушный. Жуликоватый, правда. Что-то вот на ночь оставишь на столе. В пакете там была ошметки от колбасы и хлеб. Утром стою, смотрю, пакет валяется. На фундаменте уже полакомился, стащил. Жизнь заставила, видать, в свое время. Не стащишь, не проживешь. А так вообще хороший, нормальный пес, добродушный. Правда, по ночам бывает там какой-то шорох, он лает. А лает так противно, пискляво. А вставать неохота, шугануть его. И вот слушаешь, пока он не успокоится. Все, идем домой. Солнце уже село. Маргарита там огурцы сейчас будет закрывать. Говорит, замариновала что-то там. Сейчас буду закатывать. Пойдем посмотрим. Пойдем, Снежок, пойдем. Бараны помчались. Пить хотят. Ну, вот. Маргарита тут огурцы. Делаю огурцы закрывает. По тёте Полиному рецепту. Да. Из тёти Полиных огурцов. Очень интересно. Борщ тёте Полин, да. Огурцы тёте Полина, морковка тёте Полина. Короче, тёте Поля говорит, будешь огурцы закрывать? Я говорю, да нечего мне закрывать. Она говорит, да я тебе дам, у меня много. Рецепт, говорит, называется «Пальчики оближешь». Я говорю, ну давайте. Интересно. Она тоже сегодня закрывает по этому рецепту. В общем, огурцы. Если крупные, режем вот так примерно. Вот. Uh-huh. Если мелкие, то на 4 части просто. На 4 килограмма огурцов, стакан масла растительного, стакан сахара, стакан 9% уксуса и 100 грамм соли. Огурцы порезали, все это добавили, все ингредиенты, и оставили на 3 часа. В прохладном месте. Но я еще добавила один острый перчик.
потому что люблю немножко со стринкой, чтобы он не термоядерный был, но чуть-чуть остренький. Все, оставили на 3 часа в прохладном месте. Огурцы пустили, сок, у меня пол кастрюли сока. В банку кладем зонтик укропа, чесночок, черный перец горошком, душистый перец, но это уже на ваш вкус. И вот укладываем в банки. И потом я буду это все стерилизовать с момента закипания 15 минут в кастрюле. А сейчас вот я все брошу вот это, и мы пойдем с Аликом кормить пчел, потому что уже темнеет. Докормить. Половину вчера, да. Пока покормил, я Маргарита Дымарь там развела, пришла. Ну, я кормушки эти, которые к пеноволику идут. Пока Дымарь развела, уже стемнело. Уже стемнело. Я говорю, все, уже не хватит. Вот, ну и зимой, друзья, мы это откроем, мы попробуем, протестируем. И вам покажем. Да, но они у меня чуть больше, чем 3 часа полежали, потому что мы еще в отрадную пока съездили. Потом... С травой там занимались. Да, с травой, и, в общем, они чуть перележали, но я думаю... Страшного ничего не случится. В общем, зимой откроем, попробуем. Вот я... А, кстати, 15 минут стерилизовать. Это 700-граммовые банки. Если баночки меньше, значит стерилизовать меньше. Если больше, значит больше. Ну, смотрите сами. Я не люблю банки под вот эти крышки винтовые. Ну, не люблю и все. Мне нравятся вот такие под ключ. А я обалденно люблю именно откручивать их. Нет, ну, мне кажется, они чаще вздуваются, может. Ну, возможно. Сил не хватает закрутить еще что-то. Ну, не знаю, у меня вот винтовые в основном, они вздуваются, а эти как-то меньше. Но то, что я закрывала, пока из закруток ничего не вздулось. Вздулось только две баночки персиков, вот таких 700-граммовых, остальные вроде нормально. Ну, в прошлом году у меня побольше баночек. Вздулось. Ну, не знаю, может, еще не время, посмотрим, что там еще вздуется. Вот, сейчас я огурцы выложу, и потом вот этот рассол, который есть в кастрюле. О, смотри, сколько сока. Это сок. Я вот этим соком залью огурцы, закрою и буду стерилизовать. Ну и все, хоть какое-то разнообразие, да, не просто маринованные огурцы. Ну, да, чуть-чуть пальчики оближешь. Да, пальчики оближешь, точно. Я захожу к тете Поле сегодня, она... Так, Рита, пальчики оближешь, делать будешь? Говорю, с чего? С огурцов. Я говорю, у меня нет огурцов. Я тебе дам. Я говорю, ну, давайте сделаю. Вот, так что попробуем. Так, ну все, давай заканчиваем. Пойдем пчел кормить, давай, а то опять потемнеет. Время уже почти 7, а в 7 уже темно. Короче. Цигель-цигель. Цигель-цигель. Подожди, с Дымарем, елки-палки. Маргарита Васильевна, сейчас нас накажут пчелы. Они сейчас это боровитые. А, они не доели еще вот это. Не доели, значит, не будем класть. Вот так, в таком ведерке. Короче, посмотрим сначала, чего там как, а потом будем решать, класть или нет. Не вставила. А я, друзья, вам снимаю, поэтому у меня одна рука занята. Вот все. Да. Это по вопросу тому, что почему Маргарита крышки лает. Да. Обязательно кто-нибудь такой найдется, который скажет, а почему Маргарита лазит? Алик бездельничает. Погоди, может, и не надо дымить. Может, там и тоже они не съели. Эти выбрали. Так, этим сейчас. Дым. Сразу дым. Подцепишь клеенку. У меня в одной руке сироп, в другой камера. Что не сделаешь ради подписчиков, да. Ради зрителей. Кому-то ж любопытно, интересно посмотреть. Давай, задирай пленку, убирай пакет, я ставлю этот. Все, отлично. Вот так. Поверх рамок кладем. Надеемся, что он не порвется. Очень на это надеемся. Вот так делаем. Натягиваем чуть-чуть пленку. Коротковата сейчас пленочка. Давай, давай. Так, я кладу рамку. Ну, скажи, вот это неудобно. Вот в пеноуликах, конечно, намного удобнее кормушки. Сейчас я даже покажу. Вчера я наливал. Подожди, подушку.
Мне уже даже Маргарита. Да вот она. Не нужна была. Просто один ходил. Подошел, налил. Да, подошел, налил. Ни одна пчела не вылетела. Контакта с пчелами нету. Так. Сейчас. Давай сейчас вот этот откроем, покажем кормушку. И заодно посмотрим, выпили сироп или нет. Я прям сразу с подрамником, наверное, беру. Так, нет, так. Вот. Да, прям. Подержи пленку. Пленку подержи. Во. Все, сиропа нет. Во. Вчера выливал, сегодня нет. Вот да. В эти два бункера выливаю. Они вот оттуда поднимаются. Да. И вот это, вот здесь щель, ну вот типа того щель. Он туда затекает, они оттуда берут, не тонут. И все нормально. И мы с ними не контактируем никак. Быстро, оперативно. Да. Самое главное, пчелы не надо. Не дымить там, ничего. Просто подошел, долил и все. Вот так. Теперь этот. Тут еще много муравьев. Сейчас покажу. Вот таких муравьев летающих. И у нас там, где мы сидим на улице. И на ульях ползают. Вообще что-то прям напад какой-то. Муравьев. Такой, короче, сидишь. И они на тебя с неба падают 2-3. Так. Что тут? Выбрали? Выбрали. Дым-дым-дым-дым. Дым-дым-дым-дым. Давай их. Откури. Обдурмань. Тут дыма-то нет. Ну, так разжегся. Ой-ой-ой, не так резко. Так, где ведро? О, ведерко. Берем сиропчик. Сиропчик. Сахарный сироп, мед и травки. Опимакс. Опимакс. Подожди, дай чуть поближе положу. Ну все, практически никто на нас не напал. Ну, а был случай, когда мы без дыма пришли. Ну там вообще так напали, что конкретно. Все-таки с дымом лучше. Сейчас не лето, сейчас осень. Пчелы злые, взятка нет. Вся летная пчела в домике, уже вечер. Так. Закрываем. Подушки всегда кладем, хоть летом, хоть зимой. Чтобы от железной вот этой сковородки не так нагревался вверх. Дымануло? Все. Так, клетки как? Должны быть открыты? Я там все отрегулировал. Я нижние почти закрыл, на одну пчелу там сделал. Средние тоже прикрыл немножко. А верхние смотри. Тоже. Ну, от силы семьи, да. Тут все нормально. Все. Угу. Убираем. Так, подожди, подожди, я еще сироп не принес. Так, сиропчик. Пакеты мы эти соберем. Их оставлять нельзя. А то воровство. Смотрите, может... не выбрали еще. Не выбрали, значит, пусть завтра, значит, положим. Все, обратно их загони. Так, что у нас? Все. Давай подушку. И крышку. Ну так, друзья. Муравьев много. Их вообще везде много. На этом улье и вчера было много. Да. Это вот которые летают. Мне кажется, им все равно. Да не, он. Да? Так, теперь у нас бакфаст первый остался. А, бакфаст. Да. Все, идем к бакфасту. Нашему. Рит, надо будет. Вот эти пакеты обязательно забрать. А то на лед пакеты забрать надо. Да. Так, давай. Снимай крышку. Тут все в этих летающих муравьях. В литок дунуло. Честно. Чуть-чуть так, сильно не надо. Прям капелюшку один раз и все. Фыкни все. Так, не выбрали еще. Вот эти пакеты более плотные. Не выбрали, Рит. Не надо, не поднимать. Да.
Короче, мы первый раз использовали пакеты в этом году. Они какие-то легкие, они прорвались практически все. А, вот этот алик, или открывали? Открывали. Открывали. Вот эти муравьи вроде от дыма падают. Да забей ты на них что-то. Как думаешь, муравьи. Все. Ну, можно сказать, что мы сегодня покормили, завтра еще покормим тех. А мы запомнили, кого там, мы? Там, смотри, литок нормально открыть, закрыть? Нормально. Смотри, когда мы первые разы клали, когда взяток закончился. Сейчас же жарко, 33 градуса. Смотри, ага. Они выбирали быстро. Да. То есть, пакеты легкие уже были. Ничего не было. Сейчас они уже выбирают медленнее, значит, они уже наполняют себе. Ну, а уже наелись, да. Уже наполнили. И пакеты тугие еще. Вот да. Что, им дольше прогрызать. Ну, вот эти пакеты, они более тонкие. Плюс вон этот сосед, пасечник, сказал, он еще не кормил сиропом. Он говорит, я еще накачал мед, говорит, они еще натаскали. Да, для тех, кто не знает, что такое кормить пчел сиропом и думает, что из этого сиропа пчелы сделают мед. Нет, этот сироп пчелы съедят. Но они сделают свой мед, они а потом они съедят. И на нем они перезимуют хорошо. Да. То есть до весны они его съедят. А весной, когда начнется медосбор, они уже будут таскать новый мед, новый нектар и будут делать новый мед. Поэтому не пишите, что у нас мед из сахара. Вот. Когда будет медосбор, это уже будет нектар, это будут цвести деревья, будет, надеемся, что будет цвести акация. Это уже будет настоящий мед. А этот сироп, это пчелка. Это в зиму. На зиму, да. Потому что лучше на сахарном сиропе, в перемешку с, например, вот мы добавляем еще мед акация, вот, чем на подсолнечном меде, который он закристаллизуется, да. И но они его не выберут. Еще есть падевый мед, который пчелы собирают. Да. Падевый мед, это вот я ходила, акацию ломала, и у меня все перчатки были липкие. Вот это тля выделяет. И на этом меде из пади, вот из этой пчелы, 100% не перезимуют, они опоносятся и погибнут. То есть лучше сахар, чем падевый мед. Поэтому... А вот для человека падевый мед, да, очень вкусный. Да. Очень. Но вообще. Мы пока не пробовали, не знаем. Да, да. Верим Юре. Да, ну все, пошли огурцы закрывать. Пошли. Вот так всегда бывает, друзья, когда ходишь к пчелам, вроде как разжег дымарь, он нормально дымит, все хорошо. Пока дошел, он почти потух, и дыма мало. А потом уже, когда ты закончил с пчелами, он начинает дымить. Коптить. Да. Ну все, пошли. Пошли. Наш день подошел к концу. Маргарита сейчас пойдет заниматься огурцами. Я пойду мыться. А потом Маргарита пойдет мыться. Снежок, ты что, не оборзел, что ли? За ногу меня такой, типа, за штаны, типа, давай, иди сюда. Что такое? Да, за ним такое водится. Прикусить. Бараны оборзели, потому что коз нету. Мутузить их некому, вон народ. То были тихие. А сейчас все. А и вот так вот до вечера будет. Что такое, Снежок? О, да, 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 что? Все, друзья, спасибо за лайки, за комментарии, за подписку. Всем пока.